Многие из вас удивляются моему успеху. Я постоянно слышу от вас: «Трэш, ты так высоко поднялся, не будет ли больно тебе падать?» Я отвечу словами, которые мне сказал пятикратный чемпион по стрелкам Коля из 2 Б, когда я держал победу 1-1 в честном бою после уроков. Он сказал тогда: «А мне не больно, а курица довольна». Вот что я об этом думаю. И знаете, что я понял тогда, когда я победил? Главное не то, с какой силой ты бьешь, а кого ты бьешь. У меня часто спрашивают, как проходят мои каждодневные тренировки. Ну что ж, я готов поделиться секретом. Прежде всего, я 10 минут разогреваюсь в God of Rome. Она заставляет почувствовать себя увереннее и круче, как настоящий древнеримский бог. Здесь ты сможешь путешествовать по невероятным локациям античного мира. Гора Олимп, руины Помпеи, Колизей и множество других. У тебя будет возможность сыграть за Зевса, Аида, Атласа, Спартака и прочих богов прошлого. Каждый боец повелевает своими стихиями, которые ты сможешь прокачивать. А главная особенность — это невероятная графика, позволяющая прочувствовать всю эпичность происходящего на экране. В этой игре есть все: отличный сюжет, PvP-сражения и каждодневные награды за испытания. Так, потом я перехожу к The King of Fighters. 32 бойца со своими уникальными стилями и приемами. И я все их освоил. Как там? Вниз, назад, вперед, К. В жизни пока не особо пригодилось, но я тренируюсь. А для хорошей тренировки тут есть все самое необходимое. 6 режимов игры и 1000 часов удовольствия, даже при одиночном прохождении. А помимо кампании, ты сможешь проверить свои умения в схватках 1 на 1, 3 на 3, во всяких режимах вызовов, стрелок и тому подобного. The King of Fighters — невероятно простое управление при большом объеме кнопок и возможностей. В игре отличная 2D-анимация, множество красочных локаций и интересных бойцов. А помимо прочего, можно открывать иллюстрации и торговать картами, выигранными в бою. Так, Soul Calibur — отличный файтинг. Познакомит тебя с холодным оружием и научит паре интересных приемчиков, которые ты сможешь использовать на улице. Этот файтинг хоть и является портом 1998 года, но до сих пор не утратил своей актуальности. А при переносе шедевра на Android-платформу игра обзавелась улучшенной графикой и звуком. Ты сможешь принять участие в 6 режимах, начиная от оригинального боя и заканчивая режимами вроде экстра-выживания, в котором тебе предстоит победить кое-какую тучу противников, ни разу даже не поцарапавшись. Soul Calibur — это серьезный файтинг, оттачивающий навыки и радующий нестареющим геймплеем. Потом я рублюсь в Injustice: God Among Us. Это просто весело и позволяет оставаться в тонусе. 5 подходов по 3 матча будет достаточно. Оттачивает рефлексы, и я становлюсь быстрым, как кобра. Собери блистательную команду из знаменитых героев DC. Тебе предстоит по принципу Мортала собирать карточки бойцов, апгрейдить их и вступать в схватки 3 на 3. Как обычно, ничего сложного. Проводи пальцем по экрану и тыкай в него, чтобы выполнять комбо. И накапливай силу для суперударов. Игра отлично развивает моторику и учит добывать огонь прямо из своего девайса путем бесконечного трения по экрану до горения. Ну а если серьезно, то Injustice обладает красочным, хоть и простым геймплеем, наличием любимых героев и приятной графикой, что делает ее частым гостем в списке моих тренировок. UFC — вот это настоящая мужская подготовка! Именно там я оттачиваю свои удары. Кроме того, в ней ты сможешь получить титул чемпиона мира! А ты знаешь, как такие штучки действуют на телок? 70 знаменитых бойцов в 4 дивизионах. Каждый боец, как и в жизни, обладает своими фирменными фичами и трусами. Выбирай из имеющихся или создавай своего бойца. Выигрывай поединки, открывай новых соперников, зарабатывай монеты, повышай уровень навыков и приведи пацана к всемирному успеху. Но в рамках игры, конечно же. Ты сможешь попадать в разные дивизионы и мериться брутальностью с другими мужиками. Настоятельно рекомендую в систему тренировок. На этом все. Будут вопросы — проходи в раздевалке.